Три недели назад в Ходинском сельском поселении начался ремонт моста. Вот уже более 5 лет он находится в полуразрушенном состоянии и непригоден для эксплуатации. Занимается данным видом работ строительная организация ООО «Спутник» города Лабинска. В начале октября был проведен тендер, который выиграла эта компания. После чего 3 октября с ними был заключен контракт. Пока все идет по графику, никаких сложностей нет, говорит прораб Василий Артемченко. Работает каждый день с 8 утра и до позднего вечера. В ремонте моста задействовано 4 единицы техники. Это самосвал, манипулятор, кран и экскаватор. Также 2 газорезчика и 3 строителя. В дальнейшем будет задействовано около 8 человек. За ходом ремонта наблюдает сам глава поселения Рамазан Тваснаков. Этот мост очень важен для жителей поселения, говорит он. Мост у нас уже был в аварийном состоянии. Построен в 1954 году. Деревянные брусья, вот, которые вот лежат. И сверху асфальт был. Дерево уже сгнило, все. И попросили премьер-министра Кумбилова Мурата Карельбиевича, чтобы помогли с ремонтом моста. Он рассмотрел, принял решение и выделил деньги из резервного фонда 10 миллионов рублей на ремонт этого моста. За что ему огромное спасибо. Когда планируется закончить все работы? До конца года. До конца года мы планируем закончить все работы. Это сейчас демонтаж идет. К концу недели демонтаж закончится и начнутся уже строительные работы. Это бетонные работы, асфальт, ограждение. Ну, к концу года мы завершим это. О работе строительной организации ООО «Спутник» глава сельского поселения отзывается положительно. По срокам подрядная организация пока успевает? Успевает, да. Ребята работают хорошо, организация серьезная, проблем нету, все нормально. Жители как отнеслись? Жители, конечно, радуются. Мост раньше, когда объездной дороги не было у нас, через этот мост проезжали рейсовые автобусы, и лет уже, наверное, 7-8, как мост аварийный, уже автобусы к нам не заезжают. И людям приходится выезжать на трассу к остановке автобусной. Сейчас мост будет у нас, и автобусы будут заезжать. Ремонт моста, как было уже сказано, планируют завершить до конца года. Мы же, в свою очередь, будем вас держать в курсе событий.